2, 3. Русский молодой человек со своей немецкой девушкой поздно ночью возвращается с дискотеки, и она приглашает его в гости, где спят ее немецкие родители. Ich möchte Sie nicht mehr in dieser Wohnung sehen. Date. Bitte was? In der Wohnung, date. Verpiss dich, Abusat. Ich hätte weg von meiner Tochter gehört, ich hätte meine Pistole nicht verkauft. Du bist perfekt. Он так беленький. Sie haben hier einen Akzent. Wo kommen Sie her? Aus Vienna. Also, ja, gerne. Russland. Nein, Ukraine. Wo genau aus Russland? Oh, das ist Ukraine. Да что я тебе объясняю? Москва и Киев, все же знаем. И мне Геленджик, не Саратов, не Гост. Но знают все немцы о том, что в России есть Омск. Alles klar. Also если здесь дошлафен, можно это бывает. Сеня, что? Можно к тебе? Вот теперь есть наручники, нету. Так это, возьмите нашу, на втором спать. Хорошо. А теперь давайте представим себе точно такую же ситуацию, только немецкий молодой человек поздно ночью идет в гости к своей русской девушке, и вспомнил ее русские родители. Я говорить по-русски, английски, итальяно, латин. Да. Нелегко тебе будет у нас в Казахстане не понять тебя, брат. А ты, девчонка, скажи, лет тебе сколько? 24. 24. Не, ну киндер я еще получаю, хоть какая-то уверенность. Да. Сейчас, хорошо. И где ж ты нашла такое умное, Лешка? Мы в университете вместе учимся. Да ты шо? То есть не кайф центре хатроники? Кайф центре. И шо ж ты там учишь в университете, девчонка? Юра. Отвинемся, Данил Андреевич. Дай. Студия, Юра. Селиванов, Данил Андреевич. Вот для Юра, да? Штудира Юра. Иришка, выйдешь за него замуж, будешь штудира Юра. Отец, оставьте детей в покое, хай все без тебя. Так, ладно, сейчас спать, утром поговорим. Подожди, мама.
Сейчас я, да, побумажу на тот диван. Все, детки, папа уснул, можно. Друзья, а теперь давайте представим, что происходит на утро в немецкой семье. Да. О, у папы же сегодня день рождения, а у меня подарка нет. А ладно, не парься, что, денежку подарю, все готово. Сама, я все готово. Фатер, алис гутер, зумне бурстак. Отлично. Зумне бурстак, эльби бёзды. Ага, фрюфус вам сикри у нас. Я. Да за зумне фэр. Свай фюнцы фойер. Да. Перенам, а если ты вольт, их не фаер, або, вен ты шо в дасы, там, махан, вен, клейн, Просто. Просим. Давай тебе это. Планете и Нейка поют сублейм? Не, у меня обувь есть. Да. Вас планете бицюки хмания торта? А, что, наручники я дали? Ich meine, für die Zukunft. Für die Zukunft? Wollen wir nicht? Не говори ему, что мы хотим пожениться. Он еще не готов к этому. А, ну, нравится мне ваша дочь, как бы. Also, heirat und möchtest du nicht. И вот тут, друзья, я наконец-то понял смысл этого гениального немецкого слова. Яйн. Ты в матче Россия-Германия за кого болел? Ну как, за наших, за немцев. Я тоже. Папа, я много узнать о вас, и вот вам презент от нас, с днем рождения. Откуда ты знаешь, что я люблю Дисней по пятницу? Дисней как? Не знаешь, да? Может, Елена Регата не помнит? Санта-Барбару? Короче, всем тем, у кого висели фотообои с березами на всю стену посвящается. Моя жизнь. Сейчас мы проедем по всей моей жизни, кстати. Галерея, как сам видел.
Aber ganz ehrlich, vor diesem Krieg da bei euch habe ich gar nicht gewusst, dass es Unterschied zwischen Russland und Ukraine gibt. Tja, wir haben es auch nicht gewusst vor dem Krieg da bei uns, aber Gott sei Dank, wir haben den Krieg, jetzt wissen wir mehr. Считаю ли я себя русским? Друзья, я вам скажу так, когда мне надо, я считаю себя русским, когда надо, я считаю себя немцем, иногда я считаю себя украинцем, когда мне это нужно, и когда надо, я еврей. Именно потому, что, собственно, я еврей, так и происходит. Братан, а как же Родина? Патриотизм. Братан, вот именно с тех пор я почувствовал тягу Родины. Я почувствовал, что она без меня никак.